пиратов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Народ, вы там скоро? Черт подери, Артур, не делай этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится? В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Кейт Локвелл для UNN. Недавно королева клинков лично появилась на Тирадоре. Доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации Фонд Мёбиуса, столкнулся с королевой лицом к лицу. Но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором поблагодарил рейдера Фрейнера за помощь в спасении от королевы клинков важных научных... Кейт, простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама. Кто в глуши ночной палит? Ваш любимый вундеркинд? Запишите своего ребенка в пси-батальон. Твой друг Тайкус плохой. Очень плохой человек. У него много секретов. Думаешь, он нас подставил? Привел прямо в лапы Керриган?
Думаю, вы с Керриган пересекаетесь потому, что охотитесь за одним и тем же. А Тайкус скрывает от тебя что-то еще. Я не вижу, что именно. Но берегись. Помни, что разрушение у него в крови. Он прирожденный убийца. Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звездную карту. Мэтт, я... Черт. В общем, спасибо тебе. Все думаю про Тирадор, и сдается мне, что можно зарабатывать деньги и без высадок на планеты, захваченные зергами. Если боишься, возьми себя в руки и постарайся не отвлекаться от мысли о деньгах. Уже стараюсь, брат. Изо всех сил стараюсь. Мёбиусы наконец оправились после бегства от зергов и устроились на новом месте. Они сообщили, что следующий артефакт находится на милой планетке под названием Тифон. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь об... Бойцы на позициях. Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да. Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается. Так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Толку больше.
Видел бы ты, как мы с Джимми рубились плечом к плечу. То-то были времена. Сначала стреляй, потом сомневайся. Враг на дистанции прицельного выстрела. И ты тоже. Обычно я не стреляю по своим. Скучаю по новому Фолсому. Черт. Задавим их интеллектом. А мне? Я уже заждался. Включите автотурели! Пустите меня к этому монстру. Я вам все помогу. О, случай запущенный. Не трать мое время. Я готова. Расслабься. Похоже, все серьезно. Обалдеть! Дайте-ка порулить. Сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. Попляшете у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Хотя кому я это рассказываю? Есть работенка. Кого потом? Недостаточно энергии. Я уже заждался. КСМ готов. Задел? Что происходит? Как самочувствие? Выкладывай. КСМ готов. Сэр. Крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, горячие головы! Вам нужны пирожки? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. Завершено. Крейсер готов! Координаты получены. Боевое построение. Передавайте. Готов. Так что дальше, командир? Разнести базы? Бегом! Эй, Джимми. Алло, ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. Пристройка. Завершу войска союзными достаточно. Кому горяченького? Бум! Вкладывай. Кому? Эйзер готов, командир. Вооружен и опасен. Так, так. Пристройка завершена. Войска союзников атакованы. Недостаточно минералов. Приказывай, командир. Вас приказы будут! Я уже заждал! Недостаточно. Что на новенького? Что происходит? Кому наверх? Недостаточно минералов. Посылайте подмогу! Командир, оставим их интеллект. Выкладывай. Давай, удивись. Я уже заждал. Приказы. Трудовым подвигом готово.
подлатать? Как скажешь. За дело. Выкладывай. Приказ. Круто. Джейми, ты только не забывай меня ремонтировать, и я тебе всю войну выиграю. Сэр, он всегда столько треплется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Вижу, все по-взрослому. Два на новенького! Угу. Есть работенка! Эй! База атакована. Постройка возможна? Что может быть лучше, чем хлебнуть холодного пивка на куче обугленных вражеских трупов? Меня на... Трудовым подвигом готово. Что не... Вооружен, а? Недостаточно минералов. Давай, удиви меня! Все, надоело. Пошел гулять. Помощь вызывай. Приказы. Я уже. Недостаточно минералов. Войска союзников атакованы. Приказы. Трудовым подвигом готово. Куда летите? Приказы. Это твои парни там бегают, да, Джимми? Они отсюда как муравьи. Они повсюду. Что, не трудовым подвигом готово? Вооружь! Садись, проходи! Давай, удиви меня! Так, красная кнопочка. А ты что у нас делаешь, интересно? Бум, девочки и мальчики. Да, вот это по-нашему. Недостаточно минералов. Недостаточно. Требуются дополнительные хранилища. Приказы будут? Я уже заждался. Погнали, Джимми. Пора бы кое-кому бошки порасшибать. Не молчи! Вооружен! Войска союзников атакованы. Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверняка что-нибудь узнаю. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня.
сдался. Войска союзников. А как вам это понравится? Здесь нельзя строить. Время тихо. Пошло-поехало. Пора жевать жвачку и драть задницы. Не молчи! Приказывай! Передавайте! Девочки и мальчики. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Войска союзников атакованы. Улучшение завершено. Брось с дороги! До прибытия отдалились. Отдалим их. Недостаточно минералов. Провожающие пакеты. Кому наверх? Недостаточно. И база уничтожена. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Я тут. Сзади! Приказы будут! База атакована. Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать, а то я даже не вспотел. База атакована. Отдали мы пистолет! Требуются дополнительные хранилища. Я уже заждался! Конечно! Здесь нельзя строить!
Здесь нельзя строить. Бригады будут? Что-то я застоялся. Пойду разомнусь. Только свинь. Провожающий? Давай, удиви меня! Брось дороги! А как вам это понравится? Недостаточно энергии. Улучшение войска союзников атакованы. Улучшение завершено. Пора жевать жвачку и драть задницы. Давай, удиви меня! Посылайте подмогу! Вкусный кусочек. В научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. Месторождение минер. Что надо? С трудовым подвигом готово. Кому? Куда летим? Есть проблема. На следующей базе эскадрилья крейсеров. А Один не приспособлен к бою с ними. Высылайте миражи из космопорта. Если их будет достаточно, они справятся с крейсерами. Вот это веселуха. Не волнуйся, старина. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали? Прошу извинить меня на минутку. Приказы будут? Конечно! Пошло-поехало! База атакована. Вижу. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Ну, я готов. Вы там как? Готов к работе. Я уже заезжал. Брось дороги! Сейчас рванет! Приказы будут? Кому навешать? Задавим их интеллектом. Скоро приказ. Что происходит? Высылайте подмогу! Вижу. Бегом, Марс! Ну, наконец-то. Ожидаю. Джимми, надеюсь, ты меня слышишь? Иду на последнюю базу. Месторождение минералов выработано. Я уже заждался. Два на новенького. Приказы будут. Давай, удиви меня. Подпусть, посылайте подмогу. Недостаточно энергии. Вижу Одина. Орудие Ямато к бою. Эй. Так нечестно. Бум, девочки и мальчики. Оставим их интеллектом. Выполняю. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Опа-на. Как это я пропустил кнопку с черепом? Приказы будут? Да, детка. Мир жесток. Стать мне! Кто на новенького?
сможем захватить комплекс UNN на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить. To a new hometown, broken down.